Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Наконец-то я зашел в нее с горем пополам, и слава богу, у нас все на месте, ничто не пропало. Да, конечно, очень много времени мы потеряли, но самое главное, что мы зашли. Так, это все мы меняем. Начать сезон. Так, здесь получить. Окей. Так, ну что, у нас созрело, да, друзья мои, яйцо. Это у нас шипорез редкий. Так, здесь у нас что ты принес, Безубик, покажи. 60 миллионов рыбы. Отвлечь, лети, бесплатно. Так, ну что, давай смотреть. Водорезик за древесиной. Громоль за рыбой. Так, здесь нам выпадает 225 миллионов древесины. Не кисло, я тебе скажу, совсем не кисло. Этот фонтан можно вообще улучшить? Нет, нельзя. Так бы его улучшить, было бы вообще круто. Как ты видишь, здесь уже, ребят, вовсю весна. Снега никакого нету. Или я уже совсем... Его здесь, по-моему, давно не было. А вот это что такое? А, это, видимо, улучшение, да? Угу, понял. Ну да, это у нас по первому рангу. Тут у нас, видишь, второй ранг. Лети. Давай дальше смотреть. Так, этого бы парня нам прокачать. Смотри, тут уже показывается, что нам нужно что тут. 375, он будет приносить нам 37. Я, наверное, его отправлю, ребят. Пускай летит. Пускай летит нам, как говорится, за железом. Так, что у тебя там в закромах? Покажи, пожалуйста. А, ничего хорошего нету. Для меня здесь ничего хорошего нету. Так, с этими ребятами давай разбираться. 675 рыбы. Нужно, чтобы он мне принес 33 железа. Так, здесь что? 630 древесины. Так, здесь 450 древесины. Можно его прокачать. То есть на следующем уровне он будет приносить нам... Ага. Так, ну что, пускай он летит, тогда обучается. Будет добывать нам уже железо потом. 153 миллиона добывает. Так. Не хватает. Ладно, пускай летит за рыбой пока. 116 миллионов. Даже не знаю, пускай пока сборы идет, делает. Так, эти малыши у меня получают по уровню. Так, лети, прокачивайся. А ты... Да, в принципе, тебя тоже, наверное, надо отправлять на прокачку дальше. Здесь у нас древесина. Что это такое? Смотри, я вот его сейчас отправлю, да? У нас хобана. Видишь? Засчитывается. Так, лети. Так, у нас кузня-то... Я не помню, она на прокачке у нас была или... Нет, нам не то нужно. Я уже забыл за долгое время, что мы с тобой не могли зайти. Уже все, ребята, вылетело из головы, что вообще тут надо делать нам. Так, не двигаться. Не двигаться! Модификрылочка. Так, добудьте 262 миллиона рыбы. Так, модификрылка, от тебя что... Конечно, желательно бы прокачать. Желательно бы. Так, лети-ка ты тренируйся. Ну что? Чешуйку дала, да? Зеленая смерть. Ну а ты улыбишься, вынюхиваешь там что-то. А ты все мухоморами меня кормишь. Ладно. Кормилец ты наш мухоморный. Так, эти у меня стоят. Лети за древесиной. Ты лети опять же за рыбой. Так, уровень, да? Пускай летит, тоже тренируется. Все, надо расширять, говорят, академию. То есть место уже как бы закончилось. Так, а где мои эти? Где-то здесь они, вот. Ну да, надо повышать. Расширять академку, но пока я себе этого позволить не могу. Ребят, мы с вами копим. Очень долго уже копим эти
руны для открытия нового дракона. Так, я тебе что, не отправил, что ли? Так, этот уже рыскает, нюхает. Ну что, вроде бы здесь всем драконам мы задачи нарезали. Так, давай теперь заберем паки. Начнем с бесплатного. Шторморез, древоруб, кривоклык, отлично. Ну, плюс немножко ресурсов. И платный, точнее рекламный. Так, монеточки забрали. Открываем пак. Шторморез, шепот смерти, громорок. И все, да, получается. Так, ну что, а нам теперь надо посмотреть, есть у нас... Так, сейчас сезонку заберем здесь. Окей. Так, а тут что за награды? Получить 8 железа. 8 железа, 125. Слушай, подожди, а у нас же, по-моему, кто-то хотел прокачиваться, но он требовал к себе 144 железа, помнишь? Какой-то дракон. Так, все или ничего, лети. Так, Барсик, у тебя там что? Что ты мне дашь? Руны, 8 рун. Продолжить. На салочки. Пускай летит. Так, кривоклык. Блин, мне будет еще как-то зайти в юрский парк. Не могу зайти, ребят, просто не могу. А хочется, уже соскучился по битвам. Так, руны, 10 штук, отлично. Так, кривоклык, тогда лети в приключения. И Грамгильда приносит нам тусклый янтарь. То есть по итогу, скорее всего, тусклый янтарь нам выпадет, потому что его здесь больше всего. Да, и выпадает там, где меньше. 84. Все, забираем. И отправляем Грамгильду. Ну, тоже в приключение, пускай летит. Фух, вроде бы здесь разобрались. А ты что сидишь? А, места тебе нету. Найти цветок. Цветочек здесь. Так, здесь у нас... Ага, ну, потому что, ребята, было обновление, поэтому придется подождать. Так, ну вот и пак у нас тут. Крылатый ужас, кревет, парящий прихвостень. И все? Скудненько, на самом деле, очень скудненько. Здесь у нас... Подключитесь к Google Play. Ну, давай. Очень странно, Google Play, я не могу почему-то ее... Прикрепить, пишет ошибка, и все. Ладно, ребят, давайте. Угроза. Охотники сеют хаос. Вот какое у нас сегодня есть событие. Ну, посмотрим. Оно у нас... Ого! Длиннющее. Что это такое? Что это в конце за... Яйцекус. А у меня, по-моему, такого нету, друзья мои. Так, ну что, давай начнем проходить. Потихонечку. Так, 50 рун тут будет у нас как раз разыгрываться, который я с удовольствием хочу получить. Ну, а вот тут нам 5 атак, да, значит, надо будет пережить. Да хорош, баловник ты, фигов. А ну-ка, бомбани ему. Ах ты, жук ты несчастный, он еще укрепляет себя, ты посмотри. Хотя здесь всего одна волна, и это уже радует. Вот и все. Давай-ка крутанем колесо, посмотрим, что нам здесь достанется. Выпадает нам 75 миллионов рыбы. Совсем не густо, но лучше так. 50 рун забираем. Так, у нас получается 6838 рун. Яйцекус. Интересно, он у меня есть или нет? Вот, что-то не могу вспомнить. Последняя волна. Так она и первая сразу же, да? То есть начинается вот такое вот постепенное раскочегаривание. По одному юниту. То есть по одной волне, да? Потом по две, ну и как обычно. Скажем, разом будет прогрессировать все. Ну чего ты там? Ага. Да хорош, Барсика-то моего обижать. Вы что, супостаты? Совсем что-то припухли, я не пойму. Ну чего ты там? Промахнулся. Вот мазила. Так тебе и надо. Давай, наверное,
отхильнемся и укусим. И добивка. Очередное колесо. И выпадает нам прилив сил. Спасибо. Прилив сил всегда будет кстати. Ну что, у нас поединок. После этого заберем с тобой пак. Окей. Что у нас там? Водорез и душитель. Начну я, наверное, с водореза. Хотя... ладно. Попробуем добить. Но тут уже две волны будет. То есть это первые, после нее еще будут. Ничего себе ты что творишь. Так, кривоклык, бомбани. Молодец. Опять здесь то же самое. Так. Ну я понял, куда они метят. Это всем прекрасно видно. Они метят именно на нашего кривоклыка. Типа хотят его истребить. Но это им не получится сделать, потому что мы сейчас добьем. Вот так. И чуть-чуть не хватает, да? Совсем маленько. Готов. Так, крутанем и заберем древесину. 112 миллионов. Так, это мы закрываем. И сколько у нас еще? Два поединка получается. Так, забираем пак. И переходим на следующий поединок. То есть мы с тобой дойдем до 1500 тусклого янтаря. Получается. Ясно. Так, ну что, змеевик. Две волны. Почему он здесь один стоит? Объясните мне, пожалуйста. Поставили его сюда здесь одного. Караулить, типа. Ну, само собой, мы его сейчас тут разнесем в пух и прах. Он еще и промахивается, отлично. Так, а на второй волне у нас вот они кто. Так, и шепот здесь, смотрю, и громобой, и костолом, в общем. Все тут, да? Все на месте. Так, добьешь? Ай, чуть-чуть не хватило. Ну что, получается, этот ходит, потом мы. Мы добьем... Так, подожди. Написано же, что Барсик должен ходить. По-моему, ребята, глюкануло тут что-то, тебе не кажется? Не, вот сейчас нормально все. Смотри, опять Барсик. Хотя ходит криво, как ты посмотри. Не меняется здесь иконка. И музыка пропала. Ох уж эти баги-лаги, а. Ничего это не справляется. Ладно, сейчас мы этого костолома вольнем. И, в принципе, это, этот поединок у нас будет пройден. Давай, наверное, хильнемся. И укусиком добьем. Все. Так, крутанем колесо. Тут вообще все звуки пропали, прикинь. И достается нам загадочный пак. Я думал, что плод мудрости все-таки выпадет. Так, ну что, мы переходим на последний поединок. Я, наверное, друзья мои, перезайду. Хотя здесь все нормально. Звуки вроде как есть. Музыки нет только, да. Монетки, шторморез, шипорез, ужасное чудовище. Так, допустим. Монеты. Чудовище, громобой, сарделька. Вот так. Ну что, пойдем тогда на последний поединок. Последний поединок. И заберем с собой 1400 тусклого янтаря. И музыка сразу появилась. А тут опять ничего нету. Очень интересно. Ну, по-прежнему две волны, так что не стоит переживать. Справимся мы или нет. Конечно же, мы справимся здесь. Так, бомбим. Уничтожили. Так, вот она вторая волна. Громобой и два костолома. И два костолома. Я даже не знаю, кого тут. Причем они все стражи. Все три. То есть они зеленые, они стражи.
Так, громобой тут сейчас еще влезет. Ну, раз уж мы начали с тобой бомбить вот этого, давай тогда уже, наверное, полностью его добьем. А громобой 100% сейчас будет, наверное, делать масуху, ребята. Если этот не разбежится, ага, тогда не будет. Этот разбегается, глушит. Глушит, конечно же, как всегда, барсика нашего. И что-то они хотят с ним сделать. Они его хотят истребить. Сейчас будем его бомбить. Опа. Отхилял. Ты посмотри-ка, он сделал хил, ребят. В минус. Ну что, Косолом, наверное, все. Твоя пора настала. Я еще, конечно, ребят, сегодня попробую, ну, получится зайти в Юрский парк или нет. Но, слава богу, хотя бы мы в этот вернулись. В Драконы всадники Олуха. Так, ну все, ребят, победили. Я забираю 1400 тусклого янтаря. И, наверное, будем закругляться, потому что больше нам здесь делать пока нечего. Так, ну давай, прогружай ты уже быстрее. Вперед, только вперед. И выпадает нам 75 миллионов рыбы. Мало, конечно. И забираем нашу награду. Вот так. Слушай, я думаю, за 3 дня мы пройдем. Завтра еще поиграем, да? Продвинемся чуть-чуть. И как раз будет нормально. Здесь вроде бы все. Больше нам... Ага, Буйволорд. Буйволорда мы отправили. Тебя, наверное, тоже. Пускай летит, собирает. Видишь, вот этот вот, не пойму, что такое. 7 из 9. Что-то новенькое. Раньше такого не было. Железнозуб. Повысить уровень драконов на 15. Ага, мы еще с тобой награду даже получим. И что же там нам выпадет? А выпадает нам с тобой 30 рун. Все, шикарно. Ну что, друзья мои, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.